4 марта 2022 год, Харьков. Вот прилет чего-то навесного в жилые дома. Почему говорю навесного? Это вчера или позавчера прилетело, не буду утверждать. Почему навесного? Потому что ствольная здесь не пройдет. Видите, дома везде кругом. Я не знаю, видно, не видно, но там дома. Это дом по улице Дружбы... А, вот же, Дружбы народов 215. Ой-ой-ой-ой-ой. То есть ствольная здесь пройти не могла. Они навешивали. И у меня вчера выше там по Дружбе народов... Выше по Дружбе народов на Северной... Салтовки тоже прилетело 3 пакета градов в 16-этажку с разницей в 20 минут. То есть они лупанули по одной 16-этажке, она загорелась, они перенавелись, лупанули второй пакет градов, перенавелись, и еще через 20 минут лупанули третий пакет градов. На символически и очень иронично звучит Дружбе народов, по улице Дружбе народов. То есть они, это многоэтажка, 16-этажка, она стоит в километре от окружной дороги, где уже находятся эти преподаватели русского языка и мира, распространители. Видите, вот куда хотели они, если даже допустить, что оно долетело, не долетело, они не перекинули, а целились по какому-то стратегическому объекту. Вот что стоит за этим домом, куда они здесь хотели. Если у нас там за 16-этажками хотя бы трамвайное депо есть, может, они в него целили, а на 16-этажке просто насрали. Я могу допустить, что они боятся трамваев харьковских. Я в них тоже боюсь садиться. Но... А мы их еще можем броневик переделать и Владимира Ильича Ленина к ним отправить очередного в опломбированном вагоне. То здесь частные дома, спальный район, самый крупный спальный район Харькова, Украины, Салтовка. И вот такие дома, они идут туда до 2 километра, где первый стратегический объект, который можно таковым посчитать, то есть метро, блин, в котором сейчас люди прячутся. Это спальный район, здесь вонючего завода ни одного нету. Что ж вы здесь, блин, разносите, а? Вот этих людей, которые стоят, хлеб пытаются, еду себе добыть под обстрелами. Что ж вы здесь обстреливаете, а? Миротворцы хреновы. Что же вам здесь надо? Ох, ребята. О, блин, ну, я вам говорю, я вам как украинец говорю, россияне, вы, блин, не на тех напали. 100%. Четвертое марта 2022 год, Харьков.